это рок-фестиваль, прошедший в Доме культуры Внуково. Подобные мероприятия проводятся несколько раз в год. В них участвуют известные группы Внуково и близлежащих районов. Он всегда проходит под девизом «Рок против наркотиков». То есть музыкальное такое мероприятие, где играют знаменитые, скажем, группы района Внуково и не только. На фестивале выступили 5 групп в разных стилях тяжелой музыки. Помимо команд, которые уже неоднократно принимали участие в концерте, присутствовали молодые ребята. Они очень активно вливаются в этот стиль. Так, например, группа «Отрава» давала свой первый концерт только в мае 2011 года, а сейчас они уже выступают на одной сцене с авторитетными исполнителями. В наши дни очень трудно на тяжелой музыке, андеграунд и под этим самым, поэтому... То есть она не настолько востребована, как хотелось бы? Ну, она не настолько, но есть такие, допустим, группы, как «Ронда», допустим, Александр Иванов, они вот, в принципе, востребованы, и, в принципе, как-то, да, поп-рок такой, они еще как-то баллотируются. В зале Дома культуры был полный аншлаг. Фанаты и любители такого стиля музыки всегда с нетерпением ждут выступления любимых групп и всячески их поддерживают. Алиса Сурмила, Артем Абрамов, Москва, телевидение, Западный округ.